Когда человек умеет что-то делать своими руками, он неизбежно вызывает восхищение. Какая прелесть, это про меня. Я восхищаюсь тобой. Ой, дайте я еще раз перепишу с более правильной подачей. Подождите. Вот сейчас, смотри, на меня сейчас разыграют. Ой, да нафиг мне это да надо. Да, ну смотри, снимай. Хорошо, я можно в камеру? Угу. В мониторчик. Когда человек умеет что-то делать своими руками, он... Тихо, тихо. Внимательно на меня смотри. Конечно, смотрю. Тихо, тихо. На меня, блядь, смотри, говорю. Я учу свой текст. Да ты сначала на меня посмотри, потом. С эротическим содержанием. Ну давай, ну. Давай. Собралась? Поехали. Когда человек умеет что? Все, ладно, тихо. Давай. Есть? Когда человек умеет что-то делать своими... Тихо, бля, не смешись, сука, давай. Когда человек умеет что-то делать... Все, тихо. Ну, блядь, берегись, разыграю. Смотри сейчас, следующая подводка твоя. Давай. Тихо. Извините. Когда человек умеет делать что-то своими руками, он неизбежно вызывает восхищение. И сразу следующую. Понял, блядь. Сразу следующую. Кстати, ручная работа, то есть работа руками. Признанный лидер среди средств борьбы со стрессом. Прекрасный текст. И ты тоже.